Здравствуйте! Сегодня поговорим о салатных сортах томатов. В принципе, в салат можно порезать любой томат, но есть сорта томатов, которые выращивают специально для консервирования, у них толстая кожица. И в салате она покажется грубой и, ну, может испортить все впечатление от салата. А есть специальные сорта томатов, которые пригодны именно для салатов. У них тонкая кожица, которая в салате практически незаметна. У них мало семенных камер, мало вот этой вот семенной жидкости внутри томата. Они сладкие, они такие мясистые, они зернистые, и они очень вкусные и нежные. Чаще всего это крупноплодные томаты. И когда вы выбираете себе сорта для посадки, обязательно смотрите в аннотации, что здесь написано. Здесь написано «салатный», здесь написано, например, «нежнейшая мягкость, крупные мясистые плоды». Это уже говорит о том, что это салатный. Есть сорта, которые подходят и для консервирования, и для салатов. Это, вот, например, уникальный деликатес, такой салат, как «Три сестры». 100 пудов, огромный крупный томат, который в банку просто не полезет, но в салате он очень хорош и незаменим. И есть томаты удлиненной формы. Если томат удлиненной формы, это не значит еще, что он для банки очень хорош. Есть сорта, которые в салате лучше, чем в банке. Вот, например, дачный закрома. Прекрасный томат, но вот дачный закрома – это универсальный томат. Его можно и в салат, и в банку положить. В аннотации также производители пишут, для каких целей, для какого назначения пригоден данный томат. И еще раз повторюсь, я всегда призываю, прежде чем покупать, не бросайтесь на красивую картинку, обязательно читайте аннотацию, обязательно смотрите, для чего пригоден этот томат. Конечно, если вы в салат порежете томат, который приготовлен, предназначен для банок, ну, ничего страшного не произойдет. Но лучший вариант и блеснуть своими кулинарными способностями и показать, какая вы хорошая хозяйка, вы можете тогда, когда вы будете овощи употреблять по назначению. Вот если уж он салатный, то из него будет самый лучший салат. Надеюсь, наши рекомендации помогут вам правильно разобраться в томатах и удивлять своих родных прекрасными вкусными блюдами.